фотографировать. Я не могу даже пройти один шагок. Всем привет! Вы на канале Анютка Малютка. Я сейчас играю слаймиком, который был в магазине. И мы его купили. Сегодня у меня первый влог, и мы сегодня пойдем на фестиваль Slime Fest. Я вам покажу много чего интересного. И смотрите, какой у меня сегодня наряд. Ну и сейчас мы отправляемся на завтрак. Кстати, мы видели вчера на завтраке, мы видели там самое крутое. Лисичку, Илину и Василия. Потому что одни лайкеры, слаймеры, они остановились в этом отеле. Только вот эта вот Милана, она на другом этаже живет, она на седьмом. И нам сказали, что у нас самые прекрасные виды. Вот посмотрите, это самый прекрасный вид. Я обижена. А у всех вид, где мост открывается ночью. А у нас не такой. А у нас ужасный мост. Ой. Ребятки, мы уже на завтраке. Смотрите, что я. Я вообще не голодна. Мы увидели лисичку и Лину, и они нас увидели. Скоро мы уезжаем на фестиваль. Я уже покушала, и тут прям так много лайкеров. Мы ждем автобус, но не в 7, потому что некоторые уехали. Я вижу Дениса, Алису Чия. Масей там сидит. Автобус. И скоро начнется фестиваль. Вот Маша идет. Вот они за ручку держатся. Там еще Масей, кто не знает. Вот там. Сели и сейчас будем. Ну как? И сейчас поедем. Еще пока не продаются слаймы, да. Но мы пойдем посмотрим, кто тут что будет. Вау, тут шариками зона. Пойдем посмотрим, что там еще. Тут коктейли, чай, кофе. Зайка, ну-ка иди попробуй, он мягкий, пушистый зайка. Смотреть мультфильмы. Если ты захочешь, потом устанешь, потом можно будет сюда прийти мультик посмотреть.
здесь будут красить. Тут вот слайм-магазин, здесь будут продаваться слаймы. Да, и здесь тоже. А там дальше будет, видишь, сцена, и там будет концерт. Там будут танцевать дети. Open Kids сегодня же выступает, Open Kids. То самое чувство, когда ты круче всех. Это их самая старая песня. Самая старая, да, их песня. Тут можно, наверное, будет валяться на этих шарах. Смотри, сколько их много. И заяц большой. А там сцена. А, там будет сцена рекорд. Там будут замешивать гигантский слайм. Наверное, там будет большой-большой какой-то таз огромный. Или бассейн большой. И в нем будут, да, вот заливать и делать. Замешивать будут большой слайм. И будут заливать всех людей. Да, и нам сказали по секрету, что тут будут сегодня брызгать, заливать всех людей, обкидывать слаймами. Но мы, конечно, не хотим. Я не хочу. Покажите нам, какой у тебя сегодня наряд. В чем ты сегодня? Мы, к сожалению, кроссовки не смогли надеть, которые мы купили на фестиваль. Потому что они нам оказались... Они спадывали. Да, они были очень, оказались очень огромные, большие мерки. И Аня пошла сегодня в старых своих макасах. Ольга, слайм, да, у нас стоят круто! Спасибо! Пожалуйста! Какой, смотри, черный, прям как будто это крем белый. Смотри, девочка, вот такой, это сноу слайм. Прическа, смотри, какая. Вот, потрогай вот это с пигментом. Вот шарик. Вот кранчик слайм. Хочешь? Тут все фотографируются. Я не могу даже пройти один шагок. Я возьму мороженое. Пойдем. Только оно какое-то жареное. Да, жареное. Я не знаю, что это за... Что значит жареное? Ты ела когда-нибудь? Пойдем Дети кричат.
Я вас каждый день... Меня Настя. Меня Ксюша. Я Даша. Смотрите наш канал. Каждый день. Конечно. И все время лайкаем. Давайте, счастливо. Что мне подарили? Что это? Это два слайма и конфетки. Мы вышли с гримерки, потому что мы там просто сидим час. Мы даже не могли выйти на улицу. Мы увидели, сейчас даже больше человек со мной фоткается. Поэтому мы отправляемся наконец домой. Маша еще до вечера. Вы завтра увидите влог моего. Май гад! Все самое интересное, что переходило на фестивале. Завтра 8 часов. А я с вами буду прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, он внизу. Вы будете не забывать мои видео.